Четвертый день в горах Урала. Река Малый Парнук или Верхний Парнук, уже не помню. Вот в той стороне перевал с Анной, с одной буквой С. На перевале я смотрю, опять туман, дождик. Мы вчера шли в облаке, промокли. Там же хребет неприступный проглядывает. Вот, наверное, это тоже он. Шли очень долго, чуть не сдохли все. Сегодня у нас полуднёвка. Народ отдыхает. Ну и фотографирует. Вон наш лагерь среди березок. Кругом курумник. Идти по нему, скажем прямо, нелегко. Горы мрачные, суровые. Солнышко нам сегодня улыбаться не хочет. Ну, по крайней мере, нет дождя.